честно говоря, я зашел сейчас в свой последний раунд, я не могу сказать. В этом раунде можно попробовать. Самого ринга готовится к продолжению боя представитель Латвии Артем Рамлов. Боксер 89-го года рождения, он из Риги. Боксом занимается 9 лет, на ринге провел 198 поединков, 161 из них одержал победу. Является шестикратным чемпионом Латвии, тренируется под руководством Александра Сотника. In the red corner of the ring. Artem Ramlov, Latvia, repeated champion of Latvia from 2009 to 2014. Левый бок! Так, молодец!
Всі не могли ринга готовиться к продолжению боя. Хусейн Арсункаев, Россия, Хасавюрт. Боксер 94-го года рождения. Боксом занимается 7 лет. Счет боям не ведет. Является чемпионом Республики Дагестан. Финалистом международного турнира памяти Умаханова в 2013 году. Тренируется под руководством Канмурзы Исаева и Адиля Исаева. In the blue corner of the ring, Hussein Arsunkaev, Russia, champion of Dagestan and finalist of international tournament in the memory of Umaханов 2013. В этом бою победу одержал Артем Рамлов, Латвия, красный угол. Седьмой бой, рефери поединка Берзанишвили, боковые судьи Курда, Хакимов, Зайцев, Гагнидзе, Соуза.